сорт томата «Голубая красавица». Это среднеранний сорт томата. Высота куста достигает 1,5 метров. Требует посынкования и подвязки. Вести растения лучше в 2 стебля. Сорт очень красивый. Также он болезнестойкий. Плоды такие плоско-округлые, розового цвета, с фиолетовыми плечиками. Очень красивый. Сейчас взвесим один томат. Посмотрим его вес. Вот масса этого плода 215 грамм. Но вообще могут быть плоды и до 300 грамм. Посмотрим на него в разрезе. Вот такой вот мясистый многокамерный томат. Семян мало, зато много мякоти. Очень вкусный томат с небольшой кислинкой. Также во вкусе этого томата есть фруктовая нотка. Очень вкусная. Хорошо этот сорт подходит для употребления и в свежем виде, и для изготовления соусов, томатного сока, как я уже говорила, из розовых томатов получается великолепный сок томатный. Выращивать можно и в открытом грунте, и в теплице. Кто любит необычные томаты с необычным вкусом и необычной расцветкой, попробуйте вырастить этот сорт. Я надеюсь, он вам понравится.